Несколько бутылок горячительного – цена за аренду этого помещения, установленная его хозяином. Житель Десногорска 1970 года рождения предоставлял свое место жительства наркозависимым для изготовления и потребления наркотических средств. Притон, который находился в одном из общежитий Десногорска, был выявлен полицией в ходе оперативных мероприятий. Вы понимали, что ваши действия противозаконны, пуская этих людей к себе? Да, я понимал, но я не соображал в этом деле. Как бы, недосмысливал. Помимо подозреваемого, в квартире находились и двое граждан в неадекватном состоянии. На месте событий также были обнаружены шприцы и компоненты для изготовления наркотиков. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, задержанные находятся в состоянии наркотического опьянения. В отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по городу Десногорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи Уголовного кодекса, организации либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.